Увидеть югру, влюбиться в страну. Ханты-Мансийский автономный округ завершает подготовку к открытию своей секции на международной выставке «Форуме России». В рамках мероприятия регионы продемонстрируют свои достижения и особенности. Торжественное открытие пройдет 4 ноября. Всего свои стенды представят 67 субъектов. Наш округ выбрал в качестве опорных тем колорит коренных народов, природу и уникальный климат севера. На входе посетителей будет встречать мамонт. Ранее сообщалось, что в рамках выставки также можно будет познакомиться и с югорскими брендами одежды. Эти изделия созданы по мотивам культуры Ханты и Манси. В концепцию мы вложили наш слоган «Увидеть югру и влюбиться в Россию». Мы покажем вам основные достижения автономного округа в здравоохранении, в образовании, в культуре, в туризме. Приглашаем вас посетить югру.